И новости из мира спорта. 50-летний юбилей отметила Люберецкая спортивная школа Олимпийского резерва «Спартак». В 1968 году она стала первым учебным спортивным объектом в Московской области. Сегодня подопечные школы защищают честь округа на соревнованиях всех уровней. Поздравил учеников и тренеров Владимир Ружицкий. Спортивная школа Олимпийского резерва по баскетболу существует с 1968 года. Решение о ее строительстве приняли после блестящей игры женской люберецкой команды с клубом ЦСКА. Об истории «Спартака» рассказал основатель школы Давид Берлин. Первый тренер этой школы все были игроки, которые прошли школу команды «Спартак». В ней были подготовлены много мастеров спорта. На базе игроков школы создавалась сборная команды Российской Федерации. Празднование 50-летия школы прошло в торжественной обстановке. Особенное место на празднике было выделено для выпускников, которые после экзаменов подадут документы в спортивные вузы. Они показывают пример и младшим ребятам. Очень хочу попасть на Олимпиаду, играть там во многих странах. Вот. И чтобы я хоть когда-нибудь получила лучшего игрока. Соревнований я еще ни одно не пропустил. Мы мечтаем уже все о спортивных карьерах. Заслуги школы и особенно тренерского состава отметил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Школа дала много ярких спортсменов, которые были участниками и призерами, и победителями как всероссийских чемпионатов, так и чемпионатов и Европы, и мира. Глава округа вручил награды лучшим игрокам сезона 2017-2018 года и пообещал модернизировать школу. Даю себе отчет, мы над этим думаем. Этот комплекс спортивный надо совершенствовать, его надо обновить. Я думаю, в ближайшие годы переустроим данный спортивный комплекс. Баскетбол – один из самых популярных видов спорта в мире. Он входит в программу Олимпийских игр с 1936 года. Александра Томей, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.